В таком доме в конце 19-го, начале 20 века жили богачи. Чтобы воссоздать детали интерьера, сюда привезли аутентичную мебель из разных уголков Бобруйского района. Такую печь на деревянном фундаменте искали не один месяц по деревням и селам. На фестивале народного творчества и ремесел глушанский хуторок создают быт белорусской деревни тех времен. Сюда съезжаются таланты из разных уголков Могилевской области. Десятки зрителей собирает мастер-класс по гончарному делу. Художник обжигает глину при температуре 300-400 градусов. Это 14-й наш фестиваль, который проводится. И для района, и для страны, я думаю, он очень важен тем, что все-таки аутентичность передается. Это те традиции народного творчества и ремесел, которые они важны. Это наша история, история наших предков, нашей страны. В целом наша страна, она богата традициями, а народ имеет уникальную культуру и историю. Это древнее ремесло передается из поколения в поколение с середины 20 века. Плетеные лукошки для овощей и дубовые бочонки для напитков могут прослужить полвека. Уникальные изделия из дерева создает Владимир Станкевич из Глуска. Мастер народного творчества бондарством занимается уже 40 лет. Очень хорошее дело, особенно для мастеров. Перенимают опыт один у одного, что-то новое увидели, посоветовались. Я с человеком поговорил, я узнал, что есть не льняное масло, а еще есть какая-то там пропитка, которая для пищевых продуктов, и она затвердевает быстро. Пикник по-белорусски. Драники с хрустящей курочкой, запеченная картошка с мясом и грибные деликатесы с луком. На глушанском хуторке не обходится без дегустации национальных блюд. Наша нация издавна славится гостеприимством. Все организовано, как всегда. Всегда, каждый год на высоте, поэтому даже сегодня, мне кажется, больше каких-то поделок. Душевный праздник у нас на уровне. Нам здесь все очень нравится, потому что здесь такая атмосфера. Прекрасный фестиваль, второй год приезжаем. Дети рады. Отлично, приехали с семьей. По-душевному весь день на сцене выступают артисты, а также победители и участники районного конкурса «Белорусская песня». Глушанский хуторок, к слову, проходит с 2010 года. С тех пор фестиваль продолжает завоевывать любовь местных жителей и гостей Приднепровского края. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.